Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и вы меня просили сделать обзор новинок из магазина «Красное и белое». Конечно же, делаю по заказам. Итак, самое интересное, что сейчас можно купить в КБ, это триксы. Аксессуары для пенала. Крепи на пенал, собирай коллекцию, две штуки в наборе. То есть здесь должно быть две штучки. И самое интересное, то что это же как эти, как штучки для кроксов. То есть их можно еще и для кроксов использовать. Но это не точно, это надо тестировать. Открываем и смотрим, кто же там внутри. Да, их можно использовать для кроксов, по-моему, по размеру они точно такие же идеально подойдут. Итак, смотрим, это у нас какой-то напугыш. Давайте придумывать имена. Пугашич, напугыш. Вот такое привидение без мотора. И бананиус. Не знаю, почему банан. Возможно, потому что бананы — это очень калорийная еда. И их можно в школу брать. Съел один банан, наелся на целый день. Вот. Теперь, как их можно использовать? Их можно использовать с пеналом. Есть вот такой специализированный пенальчик. Называется он пенал силиконовый с триксами. Он приятный на ощупь, силикон хороший. Давайте посмотрим сразу же, какие триксы здесь установлены. Ни боли, ни бали. Вот. Трикс номер один — это когда заклеили ранку. Потом есть корги на скейте. Также есть веселый чувачок, у которого в глазах молния. Это не знаю, почему молния. И огонь. Это когда, наверное, ты идешь домой или когда выходные, типа огонь, класс. Так, с другой стороны ничего нет. И в пенале также ничего нет. Мы наши триксы можем сразу же сюда вставить. Давайте проверим, как это, легко это делается или нет. Да, нормалек. Нормально вставляются. Я их, наверное, в пенале и буду хранить. О, теперь нам пенал нужно наполнить канцелярией. И вот наша первая канцелярия. Это гелевая ручка, ручки-штучки называется. Смотрите, какой здесь чувачок для всех фанатов аниме, и не только. Разумеется, нужно проверить, как эта ручка будет писать. Хопа, беру. А, тут есть специальный колпачок, который надо снять. Снимаю. Вау, отлично. Привет. Лайк. Лайк. Подписка. Лайк, подписка, своим корявым почерком написал. Ребята, пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Ну, неплохая ручка. Вот эту штучку я уберу обратно. Оп, ручки, как вы поняли, суперские. О, и в пенал заходят идеально. Походу, это какая-то лимитированная коллекция от КБ, то есть все заходит в пенал идеально. Дальше у нас есть вот такой котик, ручки-штучки. Посмотрите, какой обворожительный. И опять же здесь все. Вот, когда будете покупать ручки, обращайте внимание, чтобы все было закрыто. Это значит, что ручкой никто не пользовался. Убираем также в пенал. Все подходит для пенала идеальти. Далее нам могут потребоваться наборы. Канцелярский набор котята. В наборе блокнот, точилка, линейка, карандаш, ластик. Сейчас наш пенал заполнится полностью до упора. Слушайте, КБ, наверное, красавчики, да, что они прям это, ну, за школу взялись прям серьезно. То есть товары для школы, то есть все есть. Итак, вот такая здесь у нас присутствует точилка с кошечкой, самая обычная точилка, без какого-то там места для хранения. Карандаш, который надо заточить, вот такой с кошечками разных пород. То есть какая у вас порода, вот, к примеру, любимая, можете себе выбирать. Потом есть линейка до 15 сантиметров. Мне кажется, для начальной школы больше и не надо. Ну, это когда черчение там на А3, там, там уже надо побольше. А если на тетрадках, то 15 сантиметров вполне себе. Далее, блокнот. Ничего себе, какой маленький блокнотик. Да, маленький блокнотик для заметочек. Можно сюда писать номера одноклассников, телефонов. Тем более сейчас говорят, что в школах хотят запретить телефоны, нельзя будет ими пользоваться вообще. То есть в начале урока вы их сдаете, в конце получаете. Вот. То есть сюда можно записывать что-нибудь там, то, что можете забыть. Я обычно в телефон всегда все записываю, но здесь можно вот сюда записать. И, конечно же, ластик с котом. Вот такой кот-ластик. Интересно, влезет ли все это дело в наш пенал? Давайте сначала большое сюда положим. Так. Точилку. Ластик. И блокнотик. Слушай, все идеально рассчитано. Все залезло в пенал. О,
Можно идти в школу уже, я готов полностью. Классная штука, мне нравится. Давайте теперь откроем еще триксиков. Может быть, там достанется какой-нибудь новенький. Открываем. Да, слушай, собираем коллекцию. Там коллекция огромная у этих триксиков. Смотрите, здесь есть черная кошка и фотоаппарат для тех, кто хочет запечатлеть все счастливые моменты в школе. Давайте сразу же откроем еще один. И что я там увижу? И там повторка. Судя по всему, они идут одинаковые. Видите, то есть в одном пакете находится кошка и фотоаппарат. То есть это одинаковые. Далее. Открываем. И там... Да! Слушайте, они прям одинаковые идут. Наверное, их можно прощупать. Нет, походу у меня будут одни повторки. Я хочу автобус школьный. И летучую мышь хочу. Кстати, запахло Китаем. Запахло... Да, они очень сильно пахнут клеем. Так что будьте аккуратны. Лучше их на балконе положить, чтобы они проветрились там. Потом уже будут хорошие. Ну и осталось самое интересное, это закладка для книг. Закладки для книг мега угарные. КБ, это эти красавчики, что придумали такое продавать. Это, знаете, что-то такой товар из магазина Милоты раньше такое только продавалось. Так, никого я там не порезал? Не, вроде не порезал. Вау, это же лосяш! Кто? Какой лосяш? Это этот, как его, ИА. Осел! Осел, которого расплюснула книжка. Слушай, какой он угарный. Его надо срочно на заставку ставить. Не, реально самая прикольная тема, которую я нашел. Вот такой осел. О, осел вообще класс. Так, ну давайте протестируем его в закладках. Вот, у меня есть вот такая школьная книжка. Так, хопа. Ну, почитал я, читал. Да, там. Читал, читал, до середины книги дочитал. Так, хоп, подставил его. Оп, ну что такое? Давай залазь. Я хочу прям до самого конца, чтобы он закрылся. О, у него немножко эти торчат. Ну, вот так он выглядит в книге, ребят. Ну, нормально. Как закладка, мне кажется, ничего такой. О, прикольно выглядит, слушай, вообще класс. Так, давайте распакуем его друга. Распакуем его друга. Там они разные бывают, дизайны. Мне достались вот такие. По-моему, у нас их разобрали в нашем КБ. И давай, доставайся. Вау, вау. Слушай, а это даже поприкольнее, наверное, или нет? Смотрите, какой необычный. Это кто это? Корги? Нет, это хаски, хатика или кто это? Что это за порода собак, ребят, кто знает? Итак, давайте положим его... Кослику. Они ж могут вдвоем. Можно же его перевернуть, типа не обязательно, можно и вот так его. Получается, у нас вот так осел и вот так собака. Ну, прикол. Мне очень нравится. Реально топовая тема. Всем могу советовать. Ну что, ребят, какие товары вам из сегодняшнего обзора понравились больше всего? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Вот. Если собираем на этом видео много лайков, то я иду в КБ и будем продолжать снимать новиночки из магазина «Красное и белое». Всем пока, до новых встреч!